Пару слов, пару слов. Лучшие! Ребятушки, боже, я выступаю на косплее Раши второй раз. Первый раз, не знаю, помнит кто-нибудь или нет, я была принцессой Мононоке. Вот, третье место, спасибо, что тогда выбирали. И, блин, сейчас первое, честно, я люблю вас, спасибо большое. Еще спасибо всем, кто пришел после Громира меня поддержать. Мне тоже очень приятно, что вам так понравился мой костюм. Буду рада выполнить его за мисс Дот. И вообще, я люблю вас. Спасибо. Все-таки сюда пришла в тренейке, знаете, вот этого человека, который очень хотел со мной выступить. В общем, эта победа, она досталась нам тяжелым трудом, и я очень рада, что нас оценили. Спасибо всем вам огромное. Итак, у нас было конфетти, были страсти, были танцы, и, наконец-то, победа поступила к тем, кто ее больше всех заслужил. Вы выбрали этих замечательных девушек. И я передаю слово организаторам нашего фестиваля. Татьяна. Ребята, огромное спасибо всем, кто пришел. Низкий вам поклон. Это классно, что столько людей, что все танцуют, веселятся, голосуют. Спасибо всем, кто выступал, кто им помогал. И огромное спасибо нашим всем помощникам многочисленным. У нас очень хорошая команда. Абсолютно искренне это говорю. Спасибо хостам, хостес, всех зон ресепшена, косплейной зоны, основного зала, наши прекрасные ведущие и всем, кто нам помогает делать это шоу. Давайте им поплодим.